И дальше давай закончу. Я тут буду я хотеть, что хотеть, а что не хотеть. Давайте, просто ответьте, но хотите поссориться сразу? Что я уже могу. Это делаю. Подождите, это я могу. И я могу. Хочу вам объяснить. Просто. Прошедшее шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном обернулось скандалом. Никита Калагривый, приглашенный на передачу, неожиданно для всех поругался с ведущим в первые же минуты. Александр Гордон попросил звезду «Слово пацана. Кровь на асфальте» высказать свое мнение о художественном фильме «Понедельники». Конструктивного диалога не получилось. Между участниками телепередачи тут же вспыхнул конфликт. Уважаемые зрители, спасибо, что смотрите наш канал. Поддержите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Спасибо вам за это. Поехали дальше. Я считаю, что кино про наше сознание, наш быт, последствия, которые в жизни возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, начал Калагривый. Подобный ответ не устроил ведущего. Он отметил, что, услышав такое описание, точно бы не решился пойти на премьерный показ фильма. Критика со стороны Гордона возмутила Калагриву. «Хотите, я вам в трех словах всю передачу закончу?» – вспылил Никита на просьбу кратко пересказать суть фильма. Александр Гордон потребовал от звезды современного кино держать себя в руках и отвечать на поставленные вопросы. Однако это еще больше разозлило Калагриву. «У нас тут что, тоталитаризм?» – заявил ведущему Никита. «Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, а значит, я определяю, что для нее хорошо, а что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на вопрос. Если нет, вас никто не держит», – попытался поставить на место взбеленившегося участника шоу Гордон. Калагривый, недолго думая, все же принял решение покинуть шоу. «Я с вами диалог не найду», – заявил он Александру Гордону. Снял микрофон и ушел со съемочной площадки, продолжая возмущаться по пути к выходу. «Придете ко мне на программу, смелый такой». Возмутился Никита. Также недавно звезда «Слово пацана» оказался в центре скандала. Он раскритиковал коллег по съемочной площадке нашумевшего сериала. По его словам, многие восходящие звезды, получив порцию славы, резко подняли ставки на рекламу. Актер напомнил, что популярность может в любой момент сойти на нет и стоит продолжать трудиться, не обращая внимания на карьерный взлет. В результате часть поклонников отвернулась от артиста, но он не боится хейта. Прочь душнил, прочь злых, недовольных жизнью людей. Пусть они будут в сторонке, наблюдая за вами, довольными. Писал звезда фильма по щучьему велению в соцсетях. А что вы думаете об этой ситуации между Гордоном и Калагривым? Пишите в комментариях.